Добрый день! Перед нами аминокислоты или предтреник или аминокислоты от компании Optimum Nutrition Amino Energy. Почему я засомневался в этом? Мы долго с нашими ребятами, коллегами обсуждали, куда же на сайте запихнуть этот товар, то ли в аминокислоты, то ли в предтреники. Давайте разберемся почему. Из самой этикетки известно, что он дает полноценный комплекс аминокислот, невероятную накачку за счет окиси азота, восстановление, наверное, за счет аминокислот и концентрацию и фокусировку на ваших занятиях. А здесь у нас 30 порций, в порции 2 скупа, что довольно неплохо. По составу мы можем с вами посмотреть, что здесь 2 грамма углеводов, аминокислотный состав 5 грамм, то есть 2,5 в одном скупе. И энергетический комплекс, который дает нам фокусировку и концентрацию, это кофеин, экстракт зеленого кофе и экстракт зеленого чая. В принципе, также здесь добавили аргинина достаточное количество, поэтому, в принципе, можно использовать как легкий предтреник. Но, в отличие от других предтреников, тут чуть побольше аминокислот. Я не знаю, зачем компания Optimum Nutrition это сделала, с какой целью. Ну, в принципе, неплохое сочетание. На вкус очень приятно. Все говорят, что довольно приятно пить. Он не приторно сладкий. Вот этот, например, апельсиновый у нас. 5 грамм аминокислот в порции. А сколько составляет порция? 2 скупа, я же сказал. А это сколько грамм? А это 10 грамм. То есть из 10 грамм только 5 грамм сами аминокислоты? Конечно. Остальное добавки? Остальное добавки. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, пиши свои отзывы и комментарии. И ты узнаешь, что нужно качать, кроме бицухи и пресса. А теперь рейтинг от Massive Gym данного продукта. Аминокислоты Amino Energy от Optimum Nutrition. Качество 8 баллов из 10, вкус 9 баллов из 10, цена 7 баллов из 10. Сегодня с утра в Massive Gym открытие. Не пропустите такое событие. Просыпайтесь, те, кто еще спит. В Massive Gym завезли новый спортфит.